Еще на несколько дней жители микрорайона Бывалова останутся без горячей воды. Вологодская ТЭЦ перенесла сроки после проведения плановых ремонтов. Работы пришлось продлить. После опрессовки коммунальщики обнаружили еще один неисправный участок на тепловых сетях. Подробности смотрите далее. Который плановый ремонт были запланированы, средства они выполнили. Значит, после повторных гидравлических испытаний еще раз подтвердили, что данная сеть, уходить в зиму с таким участком сложно. Если он выйдет из строя зимой, то 2-3 дня люди будут жить вообще без отопления. То есть будет создана аварийная, чрезвычайная ситуация. Поэтому ремонт на теплопроводе было решено продлить. Отремонтировать предстоит участок длиной 20 метров около проезда в Асановскую рощу. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы, а в ближайшее время приступят к замене старых труб на новые. Вернуть горячее водоснабжение в районе Бывалова планируется до 16 августа. Вероника Гаврилева, Наталья Щепкова, Евгений Тюнев, Вологда, Портал.